Да, необходимо попробовать бросить. Он прихватывает соперника под одну ногу, но Жумабеков продолжает обороняться. Здорово вращается. Сейчас Никита вновь выигрывает позицию. Попытка выйти на скручивание пятки. Теперь уже Никита Чистяков пытается закончить поединок досрочно в свою пользу. Хороший контроль, и здорово вращается также и представитель Казахстана. Еще одно вращение, четвертое, пятое. Ситуация по большому счету не меняется. Нахилу сухожилие стремится теперь воздействовать. Есть контроль, хороший сейчас. Сдается! Вот это да! Вот это победа Никиты Чистякова! Да, блестящая победа, и, судя по всему, просто великолепно отработан этот прием, именно скручивание пятки у Никиты. Не зря у него просто чемпиране, действительно, вцепился он буквально такой цепкой хваткой своего оппонента и уже не выпустил. Да, руку завел за спину, и сейчас все усилия прикладывает Кичигин для того, чтобы все-таки заставить соперника капитулировать. Но посмотрим, удастся ли ему это сделать. Пока что держится Магомед Нуров. «Дави, дави», говорят секунданты Георгию Кичигину, и продолжает терпеть Магомед Нуров, и все-таки дотерпел, по крайней мере, сейчас. Так, Кичигин выходит теперь на рычаг локтя. Просто поменял позицию, понял, что не получается один вариант, решил выполнить другой. Вырывает он сейчас руку соперника, пытается разорвать захват, накатывает на него Магомед так, Нуров. Так, и все, рука в неестественном положении, да. Георгий Кичигин остается чемпионом. Хороший лоу. Будет работать ногами. Больше, конечно, Виктор понимает, ну, что да, боксера надо разбивать на дистанции. Да, мы знаем Виктора именно как бойца, который очень здорово комбинирует удары руками и ногами. Хороший удар. Хороший удар. Бразилев. Да, зажимается. Пытается сейчас его Виктор добить, но бразилец идет в одну ногу. Интересно, да, от боксера. Ждали ли мы такое? И гильотину, колесник как раз все. Виктор Колесник продемонстрировал нам еще одну грань своего таланта – удушающие приемы. Ну, что-то добавить, да? Бои один стремительнее другого сегодня. Вот Арбар, стой, вытаскивай руку, с Маратом Балаевым тоже не прошли даром для Никиты Чистякова. Промежуточный вес. Промежуточный вес, потому что, ну хотя бойцы, кстати, уложились и даже в рамках полулегкого с легкостью практически. Попытка тейкдауна от Игоря Жиркова. Хороший слэм. Успешно, очень хороший слэм, да. Видно сейчас, что забрал Шурбеков голову, но удается освободить ее. Сайд-контроль, пытается мастить и встать Куаныш Шурумбеков. Но контролирует ситуацию сейчас Игорь Жирков, находится сверху и сам уже пытается задушить соперника. И даже была потеря сознания, мне показалось. Заснул. Да, на долю секунды. Но показывает Куаныш, что все в порядке, но рефери было виднее. Да, и у нас
Победа досрочная в первом раунде. В общем, все очень даже пятую победу хорошо. В свой актив записывает Игорь Жирков. Вообще, если посмотреть статистику выступления Игоря Жиркова, можно обнаружить, что у него есть уже были победы приемами как раз. По крайней мере, вот он выиграл. Провайдер твоего города. Подключайте домашний интернет и бесплатное цифровое ТВ на сайте convex.rf.